Всем привет, большое EDC-шное здрасте. И на сегодняшнем Жора-Бжороче у нас дары природы. Обычная груша. Очень мягкая, сладкая, вкусная. Но на природе ее нужно есть аккуратно, опасаясь пчел, ос, комарики. Нежная, мягкая, вкусная груша. Не знаю, какой сорт, но очень сладкая. Мега сладкая. Как раз она уже поспела. Лето в полном разгаре. Такая очень спелая груша в рюкзаке долго валяться не будет, но можно взять любую другую, немного пожестче, зеленую, другого сорта, и ею перекусить по дороге. Вкусновато, но маловато. Но пить уже не хочется. Домой уже добежать успею. Поэтому всем, кому было интересно и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждут еще другие жоробжорычи на свежем воздухе. Пока погода позволяет, будем периодически гулять. Всем пока. Подписываемся на канал, не забываем на колокольчик нажать.